Всем привет! Смотрите, какая красота. Приехал я в район Инджекум, где самый известный песчаный пляж региона Анталии, где выдан голубой флаг. Дорогие зрители, здесь 88 вилл. Я нахожусь в самой первой вилле, которая была построена. И самая качественная построена была вот эта вилла. Как бы шоурум был сделан из этой виллы. Здесь земельный участок 235 квадратных метров. В ту сторону продолжается. Есть гараж. Подземный проход к морю. Бассейн большой впереди, я потом пройдусь и покажу вам. Трехэтажная вилла, подходящая под гражданство и под ВНЖ. Здесь хвойный лес. Запрещено уже строить что-нибудь. Начнем с верхнего этажа. Дорогие зрители, расстояние до моря, мне сказали, 250 метров максимум. Но на глаз, если посмотреть, да, есть где-то 200 метров. Так скажем, 311-312 метров до моря, до песчаного пляжа. Подземный проход. Я пройдусь до пляжа, покажу вам этот пляж. Смотрите до конца, не закрывайте ролик, ставьте лайки, комментируйте. Оцените сами эту виллу, пишите в комментариях, что вам понравилось, что вам не понравилось в этой вилле. Смотрим. Жилая площадь, думаю, что здесь полностью вся вилла с трех этажей. 220 квадратных метров, вся полезная, минимальная площадь, может быть 250. Вот на третьем этаже он сделал кухню хозяин. 9 лет, говорит, я не проживаю тут. Здесь как бы кладовочка. Вот, видно лес хвойный. Как его открывать? Нам нужно много чего поменять. Можете также кухню переставить на нижний этаж. Он переставил на верхний этаж, потому что говорит мне, что жизнь у него бывает на третьем этаже. Из-за этого он так вот сделал третий этаж. Конечно, требуется ремонт. Фундамент. Все качественно залито, все сделано. Так как это был первый шоурум, вилла из 88 вилл, как бы городок в городке. Большой санузел первый, спускаемся на вниз, деревянные лесенки. Можно капитальный ремонт сделать, все поменять. Как думает новый собственник этой виллы. Мрамор. Второй санузел. Начнем здесь. У нас фитнес, что ли, что-то. Так. Спальня. Выход на балкон. Выйти не могу. Вот балкончик. Угу. Видно море есть.
хозяйская спальня. Я вот море вижу. Вот так видно море, прямо вот отсюда. Спустимся на нижний этаж. Короче, нужен ремонт. Это, кажется, железо. На железе сделано. Прикреплено. Какой-то материал. Гостевая, там гостиная. Кто как хочет, может эту комнату сделать. Тоже санузел без душевой кабинки. Три санузла в этой вилле. Выходит к садик. Фруктовые деревья. Вот это у нас гараж. Можно также сделать впереди беседку для себя. Покажем фасад виллы. 235 квадратных метров земельного участка. Вот. В каждой вилле, кажется, два соседа. На один, два. Казила. Вот гараж. Отсюда дорога подземная, поворачиваем направо и идем к пляжу. Сейчас я пройдусь, покажу вам бассейн. Здесь у нас кладовка, как он мне объяснил, внизу что-то есть. Это же другая вилла. Смотрите, у соседа как красиво все сделано тоже. Итак, пойдемте искать бассейн. Где-то здесь должен быть впереди большой бассейн. Кого интересует недвижимость, квартиры, виллы. Виллы я, как говорил, редко снимаю. У меня все по запросу. Приезжайте в Аланию, скажите, ищу виллу. Бюджет крайний такой. Я найду ниже вашего бюджета. Но мне все честно нужно сказать. Не буду тратить ни ваше время, ни свое. Здесь три дороги, которые ведут к этой вилле. Одна выходит прямо к морю, где подземный пароход. Одна вот отсюда едет асфальтированная дорога. Там вилла Оттоман. Кто, наверное, знает, в Индикуме известно. Там 1,5 километра впереди. Или 2 километра. Чистый воздух. Шума никакого, гамма нету. Не знаю откуда. Кажется, вот отсюда и вот оттуда несколько было проходов, я пропустил их. Посмотрим, там ворота. Прогуляемся по этому комплексу вилл. У меня был мандарин. Уже спелый. Спасибо. Я за вас съем. Так, пройдемся отсюда. Я короткий путь не знаю, потому что сам
А, вот бассейн нашел. Видите? Айдат 500 лир. Открыта парковка там. Вот и первый бассейн, здесь, кажется, еще второй бассейн. Еще гранаты спели. Оттуда вход, здесь все асфальтируют, уже приняли решение, пока не знаю, когда это будет, но будет. Отсюда также идет эта дорога к морю. Есть охрана, видеонаблюдение, два консьержа. Все детали покажем вам. Сейчас я уточню, откуда здесь проход к морю. Вот эта дорога прямо идет к той вилле. Ого. Кто не видел грейпфрут? Это этот дыня, деревянная дыня. Дыня не впервые вижу. Вот тогда нас уже сатлем дюкенна. Это грейпфрут. This is grapefruit. Ага. Я впервые это вижу. Стойте, еще потрогаю. Я где-то его видел. Ама грейпфрут тадында. А вкус немножко похож на грейпфрут. Мало сладкий. О, что это такое? Она вот такая большая. Смотрите, моя рука. Королек. Вот так, смотри, дядька. Смотри за своим садом. Видишь? Посадил там всякие деревья интересные, которые название уже не знаю, что сказать. Он сказал, ач, кавун, кавун это дыня, ач это дерево. Название сами найдите, там прогуглите. Все, вот здесь гараж. Я сейчас прохожу через среди вилл. Хотел сказать. Подожди, да не кусай меня. Я жить хочу. Так, около бассейна. Я пройду к бассейну, оттуда, оказывается, дорога к морю. С той виллы вот такие вот проходы. Проживает тут как минимум 24 семьи из 88 вилл постоянно. Рядом есть магазин, поликлиника там. Что мне еще сказали? Торговый центр где-то здесь. 500-600 метров в расстоянии. Я куда-то вышел, там собака. Без ноги останусь здесь. Выйду к бассейну.
Я куда-то вышел к саду. Здесь зона отдыха. Куда делась бассейн? Так, как спуститься? Ага. Вот, проехал я бассейн, бассейн остался там. Отсюда идем вниз. Там подземный проход. Здесь как бы 5-6 минут ходьбы до моря. Там уже дорога. Сейчас подойду я к дороге. Вот это другой выход. Выходим сюда, и там первая береговая линия. Вот за этими. Вот подземный проход. Пройдусь к песчаному пляжу. Вот подземный проход. Вот песчаный пляж известный. Вот он там. Сейчас я пройдусь туда. Итак, 300 метров до пляжа. 313, там не знаю, сколько я сказал. А до другого главного пляжа от него еще 200 метров. 200-250 метров. В общем, до большого пляжа Инджикума сколько там? 500-550 метров. Вот здесь маркеты. Здесь отели. Виллы там. Здесь должна быть дорожка к морю где-то. Да, отсюда так вниз прямо спускаетесь, не заходя в отель. Короче, как сказали, надо спуститься вниз к морю. Вот по этой дороге и направо. Нет, максимум 700 метров здесь, 750 от вилла. Если прийти по этой дороге, то слишком близко, но здесь подземная прохода нет. Вот я вижу пляж, вот он, чтобы туда спуститься. Вот я глазами пляж вижу вот так сейчас, на данный момент. Плавный вход в море. Такой прекрасный пляж. Дорогие зрители, цена виллы 270 тысяч евро под гражданство и под ВНЖ. 270 тысяч евро. Звоните по номеру плюс 90 555 064 91 10. Еще покажу. 20 минут. Пускай будет ролик.